Как показали соревнования, стрельба из пистолета по мишеням – не только мужская прерогатива. Курсант Восточно-Сибирского института МВД Кристина Лазарева с пистолетом чувствует себя весьма уверенно. Я рада, что я не подвела команду, я сделала то, что от меня зависело, и, в принципе, счастлива. На кону серьезный приз – защищать честь Приангарья на всероссийском конкурсе среди сотрудников силовых структур. А пока участники проходят региональный отбор. На него приехали 13 команд – это 100 бойцов. Первым этапом были лыжные соревнования. Сегодня второй – он проходит в тире Восточно-Сибирского института МВД. По команде инструктора силовики должны были прибыть на огневой рубеж и с расстояния в 25 метров 5 выстрелами как можно точнее поразить мишени. Две серии, 20 выстрелов каждой серии, то есть 20 секунд на каждую серию, то есть добежать нужно с отметки 50 метров до отметки 25 метров и прицельно-стрельную желательно десятки. Максимальное количество очков 100. По итогам соревнований в командном первенстве убедительную победу одержала сборная команда Восточно-Сибирского института МВД. Именно она будет представлять Иркутскую область на первенстве России, которое пройдет со 2 по 6 марта в Сыктывкаре. Виталий Шахназаров, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.